Гигантская сигарета как символ того, что враг серьезнее, нежели кажется на первый взгляд. Международный день отказа от курения. Волонтерское движение «Кардиогвардия» привлекает горожан к здоровому образу жизни. Предлагают отказаться от пагубной привычки, променять никотиновую палочку на конфету раз и навсегда. Мы приглашаем как курящих, так и не курящих людей. Курящие люди забивают знак отказа от табакокурения, то, что это их последняя сигарета, забивают гвоздь, нашу последнюю сигарету. А не курящие люди в знак поддержки того, что мы за здоровый образ жизни и то, что против табакокурения. И у нас еще есть плакат, который мы пишем, люди пишут свои мысли, почему они не курят. «Кардиогвардия» уже третий год проводит в школах уроки здоровья. Помогают учащимся среднего и старшего звена разобраться, что вредно, а что полезно. Проводят анонимное анкетирование. Результат неутешительный. Более половины старшеклассников либо пробовали, либо продолжают курить. Однако, согласно все тем же анкетам, в последние годы юных курильщиков все равно стало меньше. Немодная эта привычка. Это очень плохо пахнет, это очень некрасиво, это совершенно не модно, это плохо для здоровья. В общем, курение это ужасно, это просто вот то, что я рада, что этого стало меньше. Что идешь по улицам, и ты не видишь курящих людей, что идешь по улицам, и они где-то в сторонке стоят и быстро-быстро курят, это очень хорошо. Покурю, пока молодой и здоровый, а потом брошу. Так рассуждают некоторые курильщики. Вот только распрощаться с вредной привычкой многие так и не могут. Процесс завязывания с сигаретами растягивается на годы. И дело не всегда в силе воли. Никотиновая зависимость порой требует серьезного медицинского подхода. Жизнь подсказывает, что бросить гораздо труднее, чем не начать. Или бросить гораздо сложнее после десятков лет курения. Потому что, ну, выкуренная сигарета, она приносит кратковременное какое-то удовольствие и так далее. Но возникает зависимость. Очень у многих людей возникает на химическом уровне зависимость от табакокурения, и они сами уже бросить не могут без помощи врача. Тот, кто понял, что без врача с пагубной привычкой не расстаться, может обратиться в центры здоровья. Там есть целые кабинеты отказа от табакокурения. Получить полезный совет можно и через интернет. На сайте такздорово.ру специалисты проводят бесплатные онлайн-консультации. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.